столетию военно-воздушных сил России. Младший лейтенант Виктор Васильевич Талалихин, советский военный летчик, герой Советского Союза, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, защитник Москвы. Одним из первых применил ночной таран. Всего через два месяца, в октябре 41-го, Виктор Васильевич Талалихин пал в битве за Москву. 12 августа, аэродром Жуковский. Вход только по пригласительным билетам. Узнай больше на сайте www.100letvvs.ru.